Так, сегодня у нас еще один блистер. Мы откроем. Так, что у нас тут есть? Есть скотч, клей. Не знаю, зачем одно и другое, но тем не менее. О-о-о! Так, у нас здесь бронзовая. Это ультрарара. Клоу. Ультрарара. Так, по-моему, ультрарара. Да, ультрарара. Так, это у нас клоу. Так, чудесно. Две ультрарары, кстати, это уже нормально открыть. Так, ну сколько очков? 110. Значит, что-то страшное. Ну, посмотрим, что он еще делает. Так, это у нас что? Альтернативная черная пантера синего цвета. Ну да, так, смешно зайти. Так, дальше. Iron Man, ну это понятно. Iron Man классического типа. Со значком Avengers. Расстояние 6. Кстати, между прочим, очень даже неплохое по качеству даже самой модели. Вот. Так, это он у нас, хотя Common, это 10-я модель, 55 очков. Сильный достаточно такой Avenger. Так, хорошо, дальше, что у нас еще есть? У нас есть еще, чтобы было веселее, черная пантера. Да, такое смешное, только у них разница, вот, например, как яркий пример. Одна из них имеет Avenger, другая нет. Вот они. Вот разные дайлы, вот как яркий пример. Ну и плюс, видите, разные позы еще. Может, даже это мне больше нравится. Ну, посмотрим, что еще остальное не умеет делать. Хотя у этой есть дальние атаки, у этой нету. Ну, надо посмотреть карты. Стоят они по очкам, это 30, это 50. Ну, неплохо. Так, и, наконец, у нас за 50 очков Daredevil. В принципе, более-менее стандартный. Посмотрим, какой он там у себя. Так, это у нас 50 очков, второй сета. То есть это, в принципе, стандартный, может быть, даже тот, который идет в коробке Marvel Knights. Вот 4 дальности, неплохо. Так, карточки. Так, надо посмотреть, кто такой Клоу. Так, Клоу. Улисс Клоу. Master of Evil. Догадайтесь, злой он или нет. Так, он ученый. Он еще и злой ученый. Ну, типично. Очень неплохое сопоставление. Так, сайдстепы, куча правил. Проводник из вибраниума. Телепортируется. Регенерируется. Непробиваемый. Сколько очков? 110. Ну, это понятно. Так, и он живет 6 кликов, 6 жизней. Он еще и... Он еще и летает. Нет. Или да? Не, он вроде не летает. Так. Да, он не летает, он просто бегает. Быстро бегает. Черная пантера, номер 14, 79 года. Очень-очень неплохо. Надо посмотреть, куда его можно будет использовать. И так вообще неплохо. Так, черная пантера. Так, Чалла, Marvel Найсон. Ну, можно с Marvel Найсом использовать. Он тоже 50 очков, как и они, стоит. У него 5 кликов жизни. Так. 5 кликов жизни. В принципе, неплохо. Надо смотреть, он достаточно ситуационный, но неплох. Так, ну это Тони Старк. System Reboot, регенерация. Этот летает, этот может возить других. Этот сайдстеп летать умеет. Toughness есть, Close Combat Expert. Его не пробьешь хотя бы один раз в Invulnerability. Defender 73-го года. Видите, а что он тут бьет? А, это не. Это показалось, что он бьет Nighthawk. Ну, не важно. Не, это он его и бьет. Ладно, это они тогда как раз воевали. Так что им можно друг друга бить. Так, хорошо.
Хорошо, хорошо, хорошо. Дальше, Daredevil. Да, одна, по-моему, такой, нет, другой версии 98 года. Это не такой, как Marvel Knights в стартере. Хотя и стоит столько же. Он чуть-чуть имеет другие свойства. Тоже интересно пересмотреть его. Так, Черная Пантера. Джунгли, по-моему, скилл или... В принципе, не так плохо, особенно если учесть, что за 30 очков. 4 очка, ну... Ты какой-то как поддерживающий персонаж, в принципе, наверное, как он и был, потому что здесь он прописан по 68 году. То есть это тогда еще не отдельный был, а как-то вспомогательный. В общем-то, неплох. В общем-то, неплох. Никогда не может быть мало злых этих вот злых ученых. Они всегда пригодятся в нашем деле. Так, итого, давайте еще один возьмем, посмотрим, раз нам так весело было. Так, Манчестер. В принципе, одинаковые имеют картинки, только... Они все одинаковые картинки имеют. Почему-то они их еще заклеивают изолентой, не знаю зачем. Мне чтобы веселее открывать было. Так. Daredevil. Так, это мы уже поняли. Гаргулья. Гаргулья у нас редкая-то. Редкая. Так. Это Defender, Mystical Beast, Glide, Student of Magic, Defenders. О, ну, в принципе, нормально. Как раз можно, в принципе, начинать составлять его к Доктору Стрэнджу. Очень неплохо с ним будет комбинироваться. Он летает. Ну, вот отдельный комикс Defender. 981 года, 5 кликов дэмэджа, 75 очков. Он не дешевый самый. Электро улучшенная. Hand Assassin Martial Arts. Другая улучшенная. 50 очков все равно стоит. Так, дальше. Punisher с ножом. Это, наверное, что он страшнее оказался. Так, Frank Castle, солдат. Так, Marvel Knights, Close Combat Reflexes, Стаборны. Стелс. Punisher, Shifting Focus. Вообще-то неплохой. Ну, просто надо с ним собирать немножко своеобразную армию, потому что он чуть под себя как бы имеет абилити, и, в принципе, хотя Marvel Knights идет, просто надо смотреть, как, с каким версией остальных надо его брать. Так будет просто интересно. Так, а это у нас, по-моему, ровно такой же самый Daredevil, как и был раньше. 02, да, это такой же самый. Так что это non-common, так что это не страшно. Wasp, Celebrity. Так, free action, начинает вход на карте. Так, она умеет бегать и стрелять, она умеет отклоняться, она стреляет. Кстати, она неплохая. Ну, утилитарная, но она неплохая. 6-6, 5-5, 10-40 очков, в Avengers она входит. Ну, если вот, допустим, начнем с самого простого. Уже не будем. Допустим, вот так покажу, в общем, это у нас чудо Daredevil. А вот если сравнить, вот, вот они двое, вот какой у нас Daredevil и какая у нас Wasp по размеру. То есть она маленькая очень, разноцветная, Avengers, пятая, так, хорошо. Так, вот у нас Электро. Она, в принципе, ближе к тому, который она привычный костюм. У нее есть красный, например, тот же самый даже на комиксах нарисован. Это Uncommon. Так. Ну, в принципе, неплохо. Электро – это неплохо. Так, и, наконец, и для Defender, то, что мы, собственно говоря, ожидали. Вот такой вот. Чудесный Гаргойл. Вот эмблема Defender у него есть. Он стреляет и дальний, может быть, еще и носить кого-то может. И, то есть, да, это хорошее.
Хороший. Просто нормальный герой. Я не знаю, сколько он там основным будет или поддерживающим, но он очень даже неплох. Так, Гаргойлс. Хорошо. Так, давайте. И, наверное, на сегодня последний бустер. Давайте. Так. После безумных ученых Гаргойлов у нас Чейзовая Рара. У нас Ghost Rider. У нас Ghost Rider. Ghost Rider. Так. Ладно, это все прекрасно. У нас на брик две чейзовые рары. Ну, всем все хорошо. Как мы видим, здесь вообще весело. Он и 100 очков стоит, и 75 очков стоит, и 50, его номер 64. Он имеет два начала или три. Три начала он имеет. У него немеренный список. То есть к этому чудесному парню на мопеде мы вернемся позже. Так, от того, что у нас дальше. Наконец-то у нас есть хэнд-ниндзя. Теперь мы сможем использовать Дардивола в черном амблете. За 10 очков хэнд-ниндзя. Чудесно. Так, дальше. Это у нас Хоукай из Авенджеров. Ну, в принципе, такой же, наверное, был у нас. Походу, проверим. Да, такой же самый, но ничего страшного. Когда есть две чейзовые рары, это же не важно. Так, это Whiplash. 13 номер. Кстати, между прочим, тоже очень неплохая карта, неплохая модель. Давайте мы так подойдем, фокусируемся больше. Так, вот оно так. Так, так. Вот такой вот у нас Whiplash. Ну, он вряд ли, конечно, хороший. За 40 очков. Страшноватый мальчик. Так. И, естественно, Фрэнк Касл с гранатометом. Фрэнк Касл с гранатометом. Может быть, только еще один Фрэнк Касл, только с ножом. Они один другого лучше. Так, хорошо. Что у нас есть? Итого. Это все прекрасно. Ну, не открыли мы, нам не повезло еще одного безумного ученого. Мы открыли Ghost Rider. Marvel на... Он еще и Marvel Knights, ладно, хорошо, я не знаю, они их иногда странно в комиксы ставят, я не буду называть себя знатоком. Так, хорошо, раз этот парень хочет с Дардиволом бегать, пускай бегает. Так, Ghost Rider, Джонни Блейз, и тут нам вспоминается Николас Кейдж. Ладно, хорошо. Так, мотоцикл в огне, Charge, Burning Touch, Explode Weakness, Indomitable, Vengeance Will Not Be Denied, Ghost Rider может использовать Sidestep, дайте Ghost Rider Power Action, передвинуть его на... Боже, он еще ездит на полный, на Sidestep, на свое полное движение. И он еще делает 3 damage, или 2 penetrating damage, потом делает Close Combat Attack, все персонажи, которые, через которых он проезжал. Вот, господи. Ладно, это мы потом почитаем, потому что я понял, что там что-то очень много всего и страшного. Так, что еще мы умеем делать? Трейтон использует Marvel Knights of Midnight Suns, еще у него есть эмблема. Так, Ghost Rider 2001 года, номер 1. У него 8 кликов дэмэджа из 12 возможных. Да, да, он такой. Ладно, хорошо, в общем, вот... Вот такой у нас чудесный Ghost Rider. Так, ну Хоукай мы не будем смотреть, мы его смотрели. Хэнд-ниндзя это ниндзя. Ну, у него стелс, он outnumber from the shadow. У него Ивхэнни... Понятно, он, короче говоря, его надо ставить в hindering train, то есть, грубо говоря, в каком-то прикрытии, чтобы он что-то делал. О, классно, видите, он у нас любитель главных ролей в комиксах. Даже написали, нигде не применялся. Но он такой, ниндзя, они такие, их никто не знает, они появляются. За 10 очков, что вы еще хотели. Так, ну, его зато может выставлять другие персонажи, он все равно вспомогательный. Так, Панишер. Бла-бла-бла, 9 номер. Ну, в принципе, да, ребята, это тот же самый, что был. Хорошо, Whiplash. О, зловещий синдикат, ученый, безумный ученый, я же говорил, нам повезло, и у нас есть безумный ученый.
Так, электрически заряженный титановый кнут. Господи боже, как его сделали? Ладно. Хорошо. Магия посылает свои... Так, у него есть сайдстеп, у него есть прыжок клим, precision strike, toughness, energy receipt, deflection. То есть, на самом деле, он сильный. Он получается еще когда попадает на 4 или на 6, он ставит action токен на цель. То есть получается, в принципе, практически можно сказать, он забирает у нее все возможные действия на следующий ход. Вообще это зловещее такое создание. О, Heroes for Hire. Чудесно. Еще один любитель Дэдпула. Так, Tales of Suspense. 97 номер 68 года. То есть... Вот он один из таких ярких персонажей, которые совсем недавно появились. Так, и он стоит 40 очков. В принципе, за 40 очков с такими способностями, с любой еще 3 дэмэджа. Вообще, на самом деле, очень неплохо. Очень даже неплохо. Можно даже посмотреть, что с ним сделать. Ладно, раз у нас уже есть речейза, давайте дальше. Так, хорошо, дальше. Так, у нас осталось два последних блистера из нашего чудесного Брикса, который уже мне очень понравился. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. Капитан Америка, наконец-то. О, Черная Вдова, Заран. Черная Пантера, это что у нас? Капитан Америка стандартный. Так, Свордсмен, кстати, его можно брать. Так, Заран, кстати, что-то своеобразное такое. Так, эти у нас практически, по-моему, все есть. Да, это у нас в разных версиях разные. Ну, кстати, вот эта вот Черная Вдова очень даже неплохая. Нужно будет что-то с ней сделать. Так, Свордсмен, Master of Evil, Martial Arts, так. Так, это есть, да, Weaponmaster был, ну, Капитан Америка, почему-то он один и тот же все время был, у них, по-моему, 11-й, да? Да, 11-й, у них, в принципе, один. Так, Черная Пантера, кстати, да, опять очередная ее версия, это не та же самая. В общем, Черная Пантера совсем другая. Так, хотя она по внешнему виду очень похожа. Так, и Черная Вдова, наконец-то. Вот она, Черная Вдова и вот Черная Пантера. В принципе, они очень тоже неплохо похожи со старыми. Так, это у нас идет этот вот. Так, Кензнизи что-то у нас не сложилось. У нас Вордс нас атакует. Кстати, нашествие такое, в принципе, неплохо, если учесть, что Uncommon, что это Наташа Ростова, а не эти вот какие-то мелкие странные всякие Wakabi Warrior. Очень даже неплохо. Так, и наконец последний. Так. Iron Man. О, Паркупин. О. О. Тут хорошие. Так. Этого все равно у нас нет. Итого. Паркупин. Так, вот такой вот у нас разноцветный чудик. 40 очков, 49. Он, кстати, неплохой. Там сейчас надо посчитать. Это Ехидна, по-моему. Это, опять же, Черная Пантера относится. Так, это Vision. Но другая версия более прозрачная. Явно видно так вот. Он действительно прозрачный. То есть вот. Наверное, давайте что-то контрастнее. Вот он прозрачный. Так, Vision 50 очков. Ну и Avenger, естественно. Так, Капитан Америка. Так, то есть Iron Man у нас. Так, это у нас версия. Да, это такой у нас есть. Так, хорошо. Восп нету такой. Это Восп вторая версия. Получается, это у нас как раз Uncommon Wasp. Вот такая она маленькая. Вот она. Вот такая вот Wasp из Avengers. Uncommon. Очень-очень неплохо. Очень неплохо. Так, дальше. Ну и Электро. Так, что у нас Электро? Электро у нас... Вот
у нас электро. Вот такая вот электро у нас. Так, вот такая чудесная вот электро у нас есть. Так, и теперь смотрим, что у нас есть. Так, Porcupine. MSR is a Weevil. О, так, выписано, так он оказался злой. Я чужой, я думал, что он хороший. Да, у меня будет команда злых. Так, который будет бить Knight Rider. Так, ладно, Porcupine. Так, Alex Gentry, вот это пластичность, toughness, прокопируем close атакой, он еще делает один дэмэдж, который нельзя уклониться всегда. 5 кликов живой, 3-2-2 до дэмэджа. Defender 76 года, 40 очков, честно сказать, это достаточно неплохой монстрик. Так я и ожидал, так я что-то думал, что он хороший. Так, ну, Vision это понятно, Shifting Focus, Density Shift, Fuzzing Teleport у него, входит телепортом получается, Super Senses, Amplification, дальний комбат он стреляет, да, он стреляет, да, он стреляет на 6. Так, 5 кликов в жизни, о, блин, на него попасть очень сложно, он и Donable. Не, действительно сложный. Это 73-го года версия, его 50 очков. Что все они... Здесь какая-то основная идея в сете. Это 50 очков персонажа. То есть, наверное, даже здоровых есть. Так, Восп. Celebrity Times Costume Change. Похоже, Natural Leader. А, несмотря на то, что она всего 40 очков, она может использовать свои лидерство, как будто бы ей 100 очков. Она дает дополнительно action total вам плюс один, а не один. То есть, в принципе, она неплохой поддерживающий персонаж. Ну, это понятно, потому что, в принципе, при 4 кликах жизни и 2 повреждениях это не слишком много можно наделать. Так. Дальше. Ну, Iron Man, Tony Stark. Фу-фу-фу-фу-фу. И электроассасин. В принципе, неплохо. Так, из того, что можно отметить сразу, допустим, из сета. На удивление, повторений не так уж много, как мне казалось, могло бы быть. В принципе, паники среди хэн-ниндзя у нас нет вообще, я его еле достал один. У нас есть ультраредкие. Это ультраредкая, получается, вот. У нас ультраредкий Мэнсин. Так, дальше у нас есть чейзовый Дэдпул. Это, в принципе, и так уже достаточно уже несчастье настало. Так, дальше. Это у нас есть достаточно вот хорошие. Это Пёрплмен. Подождите, а что Наташа Ростова там? А, так у нас Наташа Ростова и разные. А, понятно. Потому что это Наташа Ростова Avenger, а это нет. И плюс это редкое, а это у нас Uncommon. Так, хорошо, Наташа Ростова у нас редкая есть. Дальше у нас есть редкий Фогги Нельсон. Из того, что мне еще нравится. Мне нравится, в принципе, еще вот этот вот Uncommon. С этим Porcupine, понятно, он хороший. Так, дальше, что еще? Нет, это не тот Punisher. Мне очень импонирует, ну, этот, ну, Доктор Стрэндж он один, но ничего. Вот этот, вот, в принципе, неплохой, но... А, Безумный Ученый, куда же без них? Безумный Ученый, кстати, опять же, он у нас ультра... Ну да, он у нас ультраредкая. То есть три ультраредки у нас. Раз, два, три, четыре редкие уже нашел. Так, это Uncommon. Uncommon. Что у нас еще мы открывали? Uncommon. Common. А, ну да, конечно. У нас есть еще Soap. Тоже очень неплохо. Это очень неплохая от меня. Так, эти Сворсмены, все остальные, эти принципы. Это, в принципе, утилитарные больше. Версии Punisher с ракетницей неплохие, но хэн-ниндзя он просто пригодится, потому что их надо какое-то определенное количество. Из какого-то мне этот понравился.
Не говорю, что он самый лучший, но тем не менее. Кстати, Wasp маленькая тоже неплохая. Этот вот Vision Uncommon тоже неплох. Ну, Наташа Ростова, понятно, там, в принципе, что одна, что вторая версия, они все равно хорошие. Iron Man неплохо. Зараны, вот этот Пантера тоже хороший. Гаргойл, о, точно, Гаргойл у нас рара. Гаргойл тоже очень неплох. Очень даже. Так, дальше. Карен Пейдж, вот она... Uncommon, ну... Что-то, не знаю, мне кажется, что ее можно как-то использовать в тематической какой-то армии. Не то, что там особенных, так. Дэдпул с ножом он стоит. А, ну да, Дэдпул с ножом. Ой, не Дэдпул, а этот. Панишер с ножом, это да, это тоже наш выбор. Вот Панишер с ножом. Так, давайте повернем, а то их так тут чуть-чуть мало. Так, хорошо. Так, ну это, в принципе, опять же, самое интересное. Примитивные коммоны, вот как ниндзя. Я сижу и имею их из дисплея, ну, из брика целые три. Каждого по одному, если даже считать. Даже не три, а каждого по одному. Хотя вот этих вот нужно, ну, хотя бы по два.